У обласним драматичним театрі розпочалася персональна вистава могилевского мастака Ігоря Беспалова. До 130-годового юбилею установи авангардист презентовал несколько десятков работ. На полотнах не только уласное разважание мастака и пошук себе, але и драмтеатр у особах. Экспозиция, якая промеркована до юбилею, это подарунок от сапраўднага сябра Могилевского драматичного. Мастак Ігор Беспалов, який сам не пропускает ніводнай премьеры, презентовал сярод інших творов и портреты актеров театра. Такая увага творчим особам приемная. Практично всех я познала. Ну, зрозуміла, автор працюет такой своеобразной манеры. И мне подобается, что это не фотография, это намного лепше. Передадена настрой некая сутность, может быть, душа. Принамсі, автор спробував гэта зрабіць мастак. Вось мне, я думаю, что Ігор Беспалов гэта атрымалася. Для магіляўчан гэтыя люди и вядомыя, и не. На ліку кожнага з актёраў шэраг роляў. Новыя вобразы кожны раз прымушаюць глядача перажываць нешта асаблівае. У гэтым і ёсць прыцягненне тэатра. Авангардыст Ігор Беспалов асабіста ведае многіх майстроў сцэны, некаторых маляваў па фота. Праца над партрэтамі актёраў дае ўспамін пра іх творчасць, а яна заварожвае, кажа мастак. Як, да прикладу, работа на сцене Алены Крывонос. Она так перевоплощается в роль, что весь спектакль просто как бы дрожит, полностью дрожит. Она, в общем-то, может ничего не сказать, а как-то вот смотришь просто и думаешь, идет действие какое-то, явление какое-то происходит. Ну, в общем, это гениальная актриса. Акрамя портретов на выставе еще шмат работ. Усяго их каля 40. Это и графика, и живопис, натюрморты, пейзажи, абстрактные полотны. И все это у арт-фойе Могилевского драмтеатра. Выстава будет должиться до 25 кастрычника. Катерина Балукова, Олеся Рыбалка, Виталь Вопсю, Новин региона.